Всем шалом, доброго времени суток. Из последних вещей, из оставшихся, что приносили в магазин, из интересного, скажем так. Ну, тут как бы все очень просто. Новенький наборчик надфилей. И еще один такой же. Абсолютно новенькие, прикольные. Так, вот такая вот штучка. Но сегодня их как бы много новеньких продается, да? Поэтому я не знаю, как бы похоже на старенький. Пуговички такие старенькие. Не знаю, старый или новодел. Булавочки. Будем разбираться. Такой вроде как старенький. Не могу ошибаться. Так, дальше у нас. Секундочку. Ножички с серебряными ручками. 800-я проба. PE. Это у нас Made in England, Sheffield. Ножички в идеале почистить. Но тут придется немножко поиграться с цветочком. Ну, и не такое чистили. Но уже почищу, в шортсах выложу в почищенном состоянии. 6 таких ножичков. Дальше у нас подстаканничек. Есть 6 штучек таких. Проба 900. Девятьсот, 800. Где она? Другой возьму. Вроде как 900-ка. Симпатичные. Все их красивенько почистить. Будут здоровские. Так, убираем. Дальше у нас немножко рюмочек. Вот такие. А-ля СССР, скорее всего. С виноградной лозой. Такая непонятная, но симпатичная.
Еще одна, скорее всего, СССР. Данных никаких нет. Здоровские, небольшие рюмочки такие, классные. Жалко, не набор. Так, медицинская рюмочка. USA. Что-то буква А, 20. Тут что-то 47 вроде как. Что-то такое. Тоже из старенького. Очень симпатичное. Так, дальше у нас сумочка. Идеальное состояние практически. Дамская сумочка, ручечка. Подозрение на бакелит. Или что-то типа того. Проверю содой. Замочек такой. Квадц. И открыли. Симпатичная. Внутрях у нас родное зеркальце и кошелечек. Ничего не подкладывал. Можно было подложить, как многие делают, да, блокеры. Вау! А в кошелечке. Здоровская кошелочка. Очень прикольная. Так, и гвоздь программы на сегодня. Чемоданчик. Надо выяснять по чемодану. Очень интересно. Маген Давид просматривается, видите? 28.05. И вот здесь Далет Цадик. Что-то еще написано, ор, а дальше не видно. Ор, бен, тире, еще что-то. Хасофит, мне кажется, вот это. Тут вроде как палочка, непонятно. Вот еще, насих. Наверное, вот она, ну, самых, вав, хасофит, бен, может быть, не знаю, а тут впереди ори, юд еще есть, алеф, вав, рейш, юд, далее цадик. Он, конечно, уже свое повидал. Тут тоже какая-то была бирочка на иврите. Тут какая-то бирочка непонятная. Он уже, конечно, штопанный, перештопанный. Тут проволокой связанный. Вот, но замочечки работают. Внутри такой еще не совсем убитый. Жизнь он, конечно, повидал. Но теперь надо выяснять год и все остальное. Очень будет интересно. Ну так, в общем, за последнее время. Всем удачи, шалом.